Сергей, вот на какие жертвы вы можете пойти, если влюбитесь? Я бы вообще, честно говоря, вообще бы уже давно из шоу-бизнеса ушел. Мне так все достало. А многие путают, где я, а где персонаж. Мне пришлось в шоу-бизнесе, это же деньги, это же заработок, играть не только положительные роли, но и в основном и отрицательные. Кстати, я не очень востребованный, а персонаж мой настолько востребован, что я до сих пор меня приглашают и, знаете, встречают в аэропорту, как, условно говоря, человека из космоса. Я понимаю, что это они не меня. Я понимаю, что они встречают того человека, которого они видели на экране. И они уверены, зачем, что я Сергей? Зря. Ну, это на потребу. Да, теперь-то уже все позади. Когда этот проект закрыт, когда люди вдруг увидели, кто я на самом деле, да, мы уезжали на гастроли, мы общаемся там где-то. Он говорит, боже мой, а мы же не знали. Я очень много работаю.